Известный правовед Виталий Воронов в начале 90-х годов был депутатом Верховного Совета и стал непосредственным участником исторического события. 25 октября 1990 года Верховный Совет 12-го созыва принял декларацию о суверенитете Казахской ССР. В этот же период он был официально опубликован в республиканских газетах. В стране шло всенародное обсуждение, и все предложения стекались в аппарат высшего законодательного органа. Там их систематизировали и анализировали. Основные принципы документа позже нашли отражение в Конституции. В честь принятия декларации 25 октября был объявлен в стране национальным праздником. В 2001 году он приобрел статус государственного, а в 2009 лишился статуса и лишь спустя 13 лет, а в 2022 вновь стал национальным. А сейчас это единственный, самый главный национальный праздник, День Республики, с чем я искренне поздравляю казахстанцев. 25-го состоялось голосование по декларации. Верховный Совет не единогласно, сразу скажу, принял декларацию. 261 депутат проголосовал за, 18 было против, двое воздержались и один депутат по каким-то причинам не голосовал. Тем не менее, принятие декларации было встречено аплодисментами.